шоуруме Nokian на выставке Барселоноса. С нами Мантас, представитель компании Nokian. Мантас, расскажите нам, пожалуйста, о новинках фабрики, о том, что нового интересного показывает Nokian в этом году. Значит, начнем с коллекции OXO. Эта коллекция была представлена у нас, значит, на прошлой выставке Черсай. Здесь мы повторяем, выставляет ее по-новому. Здесь мы используем керамогранит 12 мм фабрики Urbatec. Будет предложение разные размеры, разные столешницы и на 60, и на 100, и на 1,20 м, и на 2 метра. Да? То есть также постараемся, чтобы адаптироваться под клиента, да? То есть под специальные размеры. Также нижний модуль. Здесь идет керамогранит X-Lite 6 мм. Да? То есть и весь модуль сделан из крашеного МДФ. Разные цвета, в основном 4 цвета, которые будут выставляться. Ну и этой раковины еще пока новинка, не производство. В черном цвете, как и смесители, сделаны из нержавеющей стали. Из нержавеющей стали полная коллекция, нержавеющая сталь. Соответственно, эту нержавеющую сталь мы можем использовать также снаружи. Достаточно интересная вот такая задумка дизайнеров, архитекторов, такой душ. Да, то есть здесь у нас специально сделан такой прогрессивный картридж, да, то есть которым мы одной ручкой регулируем и напор воды, и также температуру. Нету никакого переключателя, да, то есть и коллекция очень интересна. Опять, все детали сделаны здесь из нержавеющей стали, латуневые какие-то части, которых невозможно изменить на нержавейку, и абсолютно не боясь, можно выставлять снаружи. Также дополнительно будет предложение аксессуара. Но это еще пока новинка, это еще не производится. Все это предполагается, что это будет больше уже к лету. Дальше как новинка. Бесоводковая модель под названием Architect. В двух размерах. Размер 49 сантиметров и размер 54. Как я говорил, полностью система Rimless, беззаводковый унитаз. Понятно, что сегодня рынок ориентируется на этот унитаз, на эту систему именно, да, то есть поэтому и у нас в каталоге, значит, это будет расширяться. И, соответственно, биде, чтобы было возможно сделать комплексную продажу. С прошлого года на эту мебель никто не обращал внимания. Что мы сделали? Мы взяли, поменяли фасад. Эту мебель все захотели, все заметили. Да, это новинка, все идентично, просто фасад был дуб. А здесь, да, то есть американский орех. Это массив, да, то есть мы поменяли систему. Раньше у нас была система, работала, ты нажимаешь, ящик открывается, но чтобы закрыть его, ты должен был сильнее придавить. Не очень, да, до конца нравилось клиентам. Не заморачивались, да, то есть мы поменяли систему и поменяли фасад тоже на массив, но на американский орех. Все, это мебель, да, то есть по-другому заиграла, потому что понятно, что так как это натуральное, да, то есть рисунок всегда будет разный, да, то есть, но то, что она заиграла, опять же, фасад – это каркас железа, да, то есть как бы стальной, вот, раковины уже с прошлого года они производятся. Зеркало в алюминиевом корпусе, разные размеры. Вариант зеркала без подсветки. Вариант зеркала с подсветкой сенсорной. Да, то есть здесь у нас без сенсора показано, но идет сенсор, подогрев зеркала, да, то есть и подсветочка LED. И, соответственно, новые смесители. У нас была предыдущая серия, называлась она Logic, да, то есть как бы мы сняли ее с производства, потому что решили, что она морально немножко устарела, да, то есть и решили обновить. Поэтому в этой коллекции, вот совершенно новая коллекция, но выдержали квадратные формы. Одна из очень популярных коллекций, подвесной унитаз, форма которой у нас был и есть, да, то есть это унитаз, форма с бачком, которого у нас не было, и система Rimless, беззаводковый унитаз. Это уже появится тоже в этом году в производстве. И очень интересная коллекция под названием, скажем так, Touch, которая есть уже существующая альтернатива других производителей. Соответственно, мы, да, то есть постарались усовершенствовать свою систему в том, что мы используем только латунь. Здесь нету никакого ABS-пластика. Это
латуневые все части, да, то есть думаем, что используя латунь, да, то есть как бы мы придаем, скажем там, больше цикла жизни. Система, значит, с разными переключениями. На два выхода, на три выхода. Здесь система переключает на четыре выхода. Включили воду, вода еще не пошла, пока мы не нажмем на кнопку, да, то есть как бы. Здесь система, то, что мы можем регулировать и напор воды, то, что нету других производителей, и температуру воды, да, и нажатием нажимаем верхний душ, скажем, нажимаем каскад, у нас заработал, нажимаем, да, то есть у нас заработал тропический душ. То есть при желании мы можем включить все три функции в одно время. И четвертый выход выходит на переключение на ручной душ. Предполагаем, что лето эта система уже будет стоять, да, то в шоурумах, наших магазинах по всему миру. Здесь мы предлагаем новую классическую коллекцию. Признаюсь, что в нашем каталоге классики немного, да, то есть как бы одна коллекция только, но не без классики, конечно. Вот. Здесь у нас будет полная коллекция и обычная, обычный унитаз с бачком, и на трубе полувысокой, высокой, также подвесной вариант. Да, то есть подвесной вариант уже производится, видите, да, то есть это полностью закрыто, да, то есть фиксации, нету заглушек, да, то есть как бы красиво выглядит модель. Плюс, значит, у нас сиденье сделано из массива, да, то есть достаточно массивное. В двух отделках будет черная под, значит, консоль, которая у нас есть. И, значит, черный глянцевый цвет, соответственно, сиденье тоже черное глянцевое. И, как вы видели, да, то есть сиденье быстросъемное, оно достаточно тяжелое, если потрогать, да, то есть, но при всем этом система быстросъемная нам помогает почистить весь налет. И, соответственно, да, то есть закрывается очень мягко, да, то есть видите, при имеющем весе, да, то есть. И система дает у нас 5 лет гарантии на петли. Здесь коллекция Lenage под названием «Работа с известным испанским архитектором». Сегодня у нас как раз он присутствует на презентации здесь. Также в эту коллекцию в следующем году пополнит душевая стоечка. Здесь она представлена еще пока как прототип. И хочу, чтобы вы обратили внимание на ручки. Соответственно, будет обычная ручка и ручки сделаны с гравюрой. Гравюра — это необычно, да, то есть это чисто ручная работа. Каждая ручка делается вручную. Да, то есть это, скажем так, более такое, как ювелирное изделие, чисто ручная работа. Продолжение коллекции классики, да, то есть как бы не о классике. Решили создать такой интересный мебельный комплект. Верхняя столешница из тонкого керамогранита, фабрика Urbatec, которая, да, то есть у нас производит. Дальше идет массив доски. Это массив, опять же, американский орех, который используется. Дальше у нас идет фронтальная часть, боковинки, это окрашенные МДФ, соответственно. Вот. И идет ножки из массива. Мебель также может быть в подвесном варианте. То есть, да, то есть, как бы, в принципе, это и есть подвесная мебель, потому что ножки используют только, скажем, консоль как декор. Зеркало на натуральный шпон того же самого американского ореха. И все это сделано, да, то есть в коллекции Lenage, которая называется. Французское слово, да, то есть которое, скажем так, в переводе, это прошлое, настоящее, будущее. Можно так совместить. Эта ванна пришла уже с прошлого года. Значит, ванны, которые можно использовать в открытых террасах. Здесь мы используем специальный акрил для этого. Компоненты, да, то есть как смеситель наполнения через слив-перелив. Это нержавеющая сталь, которая используется в кораблях. Да, то есть, ну и материал отделка HPL, да, то есть, который, естественно, проверенный материал, который не боится разных перепадов температуры. Вот. И
В прошлом году ванна была представлена без подогрева, соответственно, да, то есть как бы в этом году была доработана система, и появились двух типов. Можно заказать ванну для террасы без подогрева, потому что не для всех стран, да, то есть это актуально, да, то есть, ну и, соответственно, для тех стран, да, то есть как, которые нужно подогрев, она уже существует, производится. Соответственно, идет вокруг система, которая не подогревает воду, да, то есть она поддерживает температуру, соответственно, внутри стоит термостат. Этот термостат мы тоже можем регулировать температуру с 35 до максимально 48 градусов, да, то есть, но это не обозначает, да, то, что вода будет постоянно той же самой температуры. Это всегда будет зависеть от того, какая температура у нас снаружи. Специальные форсунки, да, то есть колер, мы работаем только с системой колер, да, то есть, который можно использовать снаружи, ну и система, да, то есть как бы аэромассажа больше не будет иметь никаких функций. Ни функции ароматерапии и подсветки, ни функции гидромассажа. Аэромассаж, да, то есть и наполнение через смеситель, слив, перелив. Ну и здесь мы показываем новую ванну. Она была представлена на выставке в прошлом году. Это ванна из коллекции Тона Нормана Фостера. В этом году ванна появилась встроенным смесителем. В прошлом году была задача, да, то есть придумать возможность встроить этот смеситель и придумать возможность строить систему хроматерапии, подсветки и гидроаэромассаж. Но плюс, значит, у нас появилась пока на выставке новая система. Систему нам предложил, опять же, производитель Kohler, с кем мы сотрудничаем уже в течение многих лет. Включается обычным нажатием, и обратите внимание, что происходит. Да, то есть в ванну, в воду заходят мелкие-мелкие пузырьки, да, то есть, которые насыщают воду. Это настолько мелкие пузырьки, что они в конечности через поры проникает в кожу, да, то есть и происходит процесс, скажем, да, то есть который способствует как лечение, да, то есть если у нас есть какие-то царапины, да, то есть это можно вылечить. А значит, вырабатывается серотонин и коллаген, пузырьки просачиваются внутрь, да, то есть как бы и вот такой процесс. И обратите внимание на то, что вода становится как молоко. Да, то есть, если эту мы систему выключим, да, то есть через несколько минут вода опять очистится и станет прозрачной. Смотрите, новинка, опять же, в той же самой коллекции OXO. Первая, да, то есть это поддон, который вы видите, да, то есть фишка этого поддона, да, то что это лазерная, да, то есть наносится 3D печать. Нам понравилась какая-то плитка от наших, да, то есть фабрик Venice. Порцеляноса, да, то есть, и если у них есть эта плитка, эта модель, да, то есть, которую они могут нам передать, мы наносим 3D, да, то есть, как бы наносим краску, сверху мы покрываем специально, да, то есть, покрытием для того, чтобы поддон не царапался, вот, и получается, обратите внимание, в одной концепции это. И плюс новая душевая стоечка, это ручная работа, опять же, комфортная система включения, да, то есть она работает нажатием, мы нажали, да, то есть включили функцию, ее регулируем. Это пока еще прототип, не производится, но тем не менее уже показываем. И используется тонкий керамогранит X-Lite, да, то есть, но это ручная работа, потому что это, да, то есть делается мастерами, да, то есть вручную. Вот. Добавлена функция, которую мы не видим, но здесь есть функция воздуха, да, то есть дается дополнительно еще воздух, соответственно, не аэратор, воздух добавляется, всасывается воздух, да, то есть он смешивается с водой. С меньшим количеством воды, экономия воды, ты получаешь тот же самый комфорт. Вот. И, как я говорил, система Touch и ручная работа. Опять же, да, то есть это, скажем так, понятно уже, ручная работа – это не дешевая,
да, то есть как бы в этом и не было мысли, но будет выбор между материалом в такой отделке, да, то есть или обычной отделке. Естественно, цена тоже будет очень сильно отличаться. И давайте подойдем еще в коллекции OXO, новые смесители, которые пополнят эту коллекцию, и вот такие разные раковины, которые у нас появятся из керамогранита, фабрика Urbatec, 12 миллиметров толщины. Мантас, спасибо большое за презентацию, много интересных вещей на выставке. Новые технологии, ручная работа. Мы желаем фабрике Nokian успехов и процветания. Большое спасибо вам. Спасибо за то, что вы каждый год приезжаете, за то, что вы каждый год вместе с нами передаете эту информацию другим. Да, то есть очень приятно всегда. Спасибо вам.